Всем привет! Сегодня у нас совместная заявка. Два подписчика мне задонатили в складчину за песню «Ветер» группы ДДТ. Песня в тональности ми минор и играется на соль гармошки в четвертой позиции. У кого есть соль в настройке паде, можете играть на ней, тогда не надо бендить третью дырку. У меня такой гармошки нет, а транспонировать в ля минор, чтобы можно было играть на до гармошки в паде, будет очень высоко. Я подумал, надо оставлять в оригинальной тональности, играть на соль гармошки. А с бендами на третьей дырке они немножко корявенько звучат в мелодии, но другой гармошки у меня нет. И у кого есть соль гармошка, можете вместе со мной ее разучивать. Марио у нас сегодня вот такое, вот в традиционном комбинезончике. Песня «Ветер», группа ДДТ, ми минор, гармошка, соль. Поехали. Thank you.
Вот такая песня получилась. Гитарный солек я не стал снимать. В принципе, он переносится на гармошку, но он длинный, и он потом там налезает на последний припев. Я подумал, кусок играть неинтересно, а в две дорожки прописывать гармошку тоже мне сегодня было лениво. Короче, я бросил, не стал разбирать гитару. Но, в общем, партию вокала и проигрыша я сыграл на гармошке. Вот такая сегодня песня. Как видите, вот эти полосочки на сайте, то, что я сделал, они работают, и подписчики могут складчину скидывать донаты и получать за меньшие деньги то, что они хотят. Правда, это не часто работает, но вот сегодня сработало. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и регистрируйтесь у меня на сайте видеогармошки.ру. Я там выкладываю табы и минусы к своим видео. Ну и плюс там еще вот такая вот голосовалка есть, которая позволяет донаты в складчину делать. Ну вот, всем до скорого, пока, еще увидимся.